история сия серьезна, я вам поведаю ее. Витал в миру воитель грозный, твердил все Божье и мое, но раз вскричал мое и Божье, взбилась гордыня в нем, и что же? Всевышним не был он прощен, за дерзость в камень обращен. Всевышним не был он прощен, за дерзость в камень обращен. Огромный громобитный камень гипербореевской волны из скандинавской стороны и ныне властвует умами. И ныне властвует умами. На камне всадник на коне, на камне всадник на коне, шедевр Этьена Фальконе. На камне всадник на коне, шедевр Этьена Фальконе. Коль перед всадником ты станешь, под взор воинственных очей, и в небеса невольно глянешь. В закатном золоте лучей от магнетизма изваяния восторг сменится трепетанием, и перед бронзовым царем вдруг ощутишь себя червем, и перед бронзовым конем вдруг ощутишь себя червем. И завершит твою ничтожность пред ликом огненным царя, алмазным отблеском заря, не содрогнуться невозможно, не содрогнуться невозможно. Но испытать восторг души, но испытать восторг души, ты вновь и вновь сюда спешишь. Но испытать восторг души, ты вновь и вновь сюда спешишь. Да, кстати, памятник открыли под поступ царственных полков, как Фальконе позвать забыли. Осталось тайною веков, как Фальконе позвать забыли. Осталось тайною веков,